Медали президента, благодарственные письма, часы и нагрудные знаки. Губернатор Сергей Морозов вручил государственные, федеральные и региональные награды лучшим волонтерам, медикам и социальным работникам. Всем тем, кто в непростое время борется с пандемией коронавируса. Общероссийская акция под хэштегом «Мы вместе» показала, что тысячи людей самоотверженно и бескорыстно готовы прийти на помощь. Региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Михаил Степанов награжден медалью президента России за бескорыстный вклад в организацию акции. В этой акции приняло участие у нас более 1600 волонтеров. Также мы доставили более 65 тысяч продуктовых наборов. Кроме этого, мы занимались адресной помощью, где наши волонтеры выполнили более 5000 покупок различных продуктов и более 2000 доставок лекарств. За вклад в развитие добровольческой деятельности награждены активисты добровольческого центра УлГТУ Сергей Корчашкин и руководитель волонтерского корпуса УлГПУ имени Ульянова Салават Абитов. Расскажите, ребята, о сегодняшней награде, которую вы получили, как вы о ней узнали, ваши впечатления? Ну, я узнал о ней за несколько недель, и мне показалось это очень, очень приятно, то, что меня награждают за мои заслуги, я не ожидал такого. Награда за вклад в развитие добровольческого движения, думаю, здесь все логично. То, что мы сделали какую-то работу, нас наградили, и это очень приятно, справедливо. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждена Ольга Владимировна Смирнова, врач перинатального центра городской клинической больницы номер 1. Большое спасибо хочется выразить всем, кто принял участие в этой акции награждения, и, конечно, Сергею Ивановичу Морозову, поскольку он отметил наш вклад в труд всех людей Ульяновской области, и, в частности, здравоохранения. Большую поддержку в виде неквалифицированной помощи оказывают волонтеры «Единой России». В период пандемии партия показала свои возможности помогать людям и объединила всех волонтеров. Хочу сказать, что помощь волонтеров в период эпидемии была очень важна. Весной, когда граждане находились на самоизоляции, волонтерский центр стекался множество заявок. С ростом заболеваемости работа волонтерского центра активизируется. В регионе проходит акция «Наполни социальный погребок». Участники разносят нуждающимся продуктовые наборы. В знак благодарности волонтеры получают теплые и добрые улыбки от граждан. Это ли не высшая награда? Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.